Есть люди, которые стараются придерживаться принципов, а вот правдоруб действительно плохое слово, потому что само понятие правда, оно очень абстрактно. Мы же про это и говорили, сказать, когда вот про СМИ только что сказать, разговаривали. Объективного СМИ не бывает, а правда объективная на 100% бывает. Она для кого-то правда, а для человека с другой стороны она оборачивается просто совсем чем-то другим. Может быть, даже не то, что неправдой, просто какой-то болью и кровью может вообще выглядеть совсем по-другому. И исходя из этого, считать, что кто-то может на себя одеть такую рясу правдоруба, взять вот этот топор и идти рубить эту самую правду, значит, заготавливать ее в больших количествах, мне не верится. И более того, люди, которые так пытаются выглядеть, так пытаются, так сказать, в этой концепции действовать, они, конечно, вызывают и сожаление, иногда и страх, и, ну, если за ними еще идет какое-то количество людей следом тоже кого-то рубить, это выглядит сразу, так сказать, ну, очень неприятно и вызывает ощущение опасности. Поэтому я, по крайней мере, от тех людей, которые считают, уверены, что они обладают истиной в последней инстанции, стараюсь держаться подальше. Да и, к счастью, не встречаю в последнее время. Круг общения, может быть, просто там рука Божья отводит их куда-то в сторону, чтобы не было, так сказать, такой неприятности в жизни.